ралли «Загубок головы» в дисциплине ралли «Спринт». Мы приехали посмотреть, поснимать. Участники, наверное, вот сколько здесь находится. Есть вопросы у кого? Сразу отвечу на вопросы пока. Может, какие-то вопросы есть, непонятные какие-то. Я сейчас, конечно, люди проведу еще, расскажу, что да как. Может, просто уже есть какие-то вопросы, вот если задавайте, снять, чтобы потом не было в течение дня. Я не понял, я не знал и так далее. Ну вот, начинают подъезжать первые участники заезда. Заднеприводные автомобили. Марки, кайзеры, наверное, кресты. Вон даже марк старенького образца. Но выглядит нормально. Готовится к первому заезду. Даже краун есть года, наверное, 93-го. Ну, как вы слышали, что участники приезжают со всего Приморского края, даже с Хабаровска. Оказывается, у нас много любителей погонять. А это Жигули, российский автопром. Проводим здесь ралли-спринт, снова ралли зимние. Как бы, вот. Развлечение для людей, для любительский класс, как бы на гражданских машинах. Не все могут себе позволить спортивные боевые машины, а гонщиками каждый хочет себя почувствовать. Кто у нас инициатором в городе выступает? Инициатором чего? Ну, соревнования, гонок этих. Ну, вообще, автомобильное сообщество Drive 2, Спас Дальний. Ну, и при поддержке, естественно, конечно же, ДСАФ, нашего местного отделения ДСАФ. Ну, и администрация города. Тоже города при делах, как говорится. Ну, спасибо большое. Да хотя бы... Итак, первая машина Жигули поехала. Готовится вторая машина. Это что у нас, Марк? Креста? Я уже совсем позабывал. Ну вот это Марк, я вижу. Ждем. Так, что, 56 секунд? А, номер 56. Так, понятно. Первый пошел он. Но он по кругу идет там, да? А, наверное, со своего даже позаписывай. Позаписывай, конечно. Тебе закину потом. Что ж это? Так, вот готовится. Смотри, Вань. Вот, видишь? Красные загорелись. Все. Входит, все, пошел. Вот это звучок, приятно слушать. Пошел. Хорошо идет. Хорошо идет. Так, теперь на старте у нас номер 888. Марк 2. Так, все. Вот его уже показали. И мы с Иваном здесь находимся, с моим внуком. Немножечко подзамерзли, но ничего. Все очень начинает обстановка, как говорится, нагнетаться. Так, все, второй, третий, вернее, пошел. Третья машина пошла заднеприводно. Ой, как ее ворочает. Так. Я тебе сделал. А? Я тебе сделал. Хорошо. Так, номер 58, вон загорелась в машине. Скоро пойдет. О, дрона запустили. Будут показывать сейчас дрона. Хочу посмотреть, как этот торговый мальчик будет стартовать. Ага. Итак, ждем. События развиваются. Так. Это уже, наверное, четвертый пошел участник. Это четвертый поехал. Ага, сейчас у нас
06 краунишка. Ну далеко круг получается, вон у них, смотри, ходят. А Жигули наша вон, да? Вон там она только. А? Вон самая первая едет. Да-да, далековато ее, нам будет даже не видно, хочу сказать. Но круг огромный. Круг огромный, конечно. На фонде даже не ехать. Разве не... Да нет, она не должна, сейчас же заднеприводные, по идее. А это вот, наверное, Жигули последняя заднеприводная, которая выйдет. Она передняя. Вон идет Жигули, сейчас будем встречать где-то первого участника. Так, ты хотел посмотреть? Да, готовится тоже последний участник, наверное, задний. Нет, предпоследний участник заднеприводных. А мы ждем. Смотри, смотри, как красиво идет вон второй. Красиво проходит прямо. Прямо красиво идет. Чайзер. Это он вторым, по-моему, выходил. Вторым или третьим? Чайзер. Вот он сейчас сюда будет проходить. Вот здесь, вот, вот здесь, смотри, уже будет проходить. Вот, вот смотри, 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 проходит. Чайзер. Хорошо идет, правда? Ух ты! Аж свистит. А? Левым. Так, это что-то показало время там или что? Красное было. Все, он уже вышел, видишь? Так он что, Жигули обогнал, получается? Получается. Ну, потому что Жигули вот только идет, смотри. Смотри, Жигули только вон идет. Он Жигули обогнал. Да, получается. Но он, наверное, он как раз, по-моему, был второй. Ну, потом посмотрим. Уже на компьютере будет видно. Да, сейчас Жигули, вот все, стартует. Ну, давай, теряешь время. Медленно поехал. Медленно. Ну это просто для себя человек поехал. Вот, смотри, смотри, Жигули идет. Очень делает. Все, прошел. Так, готовятся на трассу уже переднеприводные машины. Будет сразу. Это второй заезд получается уже. Переднеприводные пойдут. Сейчас посмотрим, как пойдут переднеприводные. Вот это вот Жигули. Ага. Кто-то встрял и попросил перезаезд. А, может быть. Может. Он же там был, да нет, водитель же сменился. Вон этот, Марк за 5 минут приехал. Понятно. А хотя нет, подожди. У Жигуленка там... 888. Прошел за 4, да? Да, за 5 4... минут. Но... За 5 минут 4 секунды. 4 секунды. 9 минут секунд. Ну, Марк вон идет, старенький. Хороший универсал. Прям мне нравится он. Так, ну что, пошли переднеприводные. Все, пошли переднеприводные. Посмотрим сейчас. Ну, хорошо пошел. Смотри, смотри, Королла. Смотри, он глухой, это только сзади туман. Ну-ка, а этот что закончил? 5.14. Вот тут? Да, он тут 5.14. А, он там же конец, да, 5.14. Все, теперь разобрались. Оказывается, здесь старт и напротив одной финиш. Это куда меня дошло. А вон датчики стоят. Да. Так, выходит я с очередной, 38-й на подготовку. Участник. Ну, интересно все равно смотреть, интересно. Погода нам сегодня сопутствует, хоть морозчик, но ветра нет. Ты понимаешь, ветра нет, то это самое главное, что нет ветра и солнышко. А даже вот пригревает немножко. Да. Что, замерз? Нет. Нет? Жалко, своей машины нет. Понятно. Я бы не отказался прокатиться. Ну какие твои годы еще? Так, ну что? Сейчас пойдет. Следующий сейчас пойдет, да? Так, ну все, пока. Пойдем посмотрим.
у нас вот такие вот сковеры. И даже такие машины у нас присутствуют. Что, не пустили что-то? Ну, по идее, у него запаска, это зачем? На запаске это опасно. Так, пошла. Вон Королла идет. Тоже. Проверим, сколько едет. А что-то времени не вижу. Так, 4.54. Скакалки сейчас поедет. Да. Вот у нее-то полный привод Quattro есть. А это? Я не врубаю свой. Это полный привод или нет? 4WD едут. А, у него колесо спустило, Ваня. У него спустило. Вот участники тоже приехали посмотреть на соревнования. Ого! Мне кажется, вот бег сбежал. Обалдеть, пойду сниму. Outback Subaru, по-моему, да? Вот такая сейчас пойдет машинка. Тоже красавица. Красавица пойдет сейчас под номером 69. Итак, дорогие друзья, даже в нашем городе, как я уже говорил раньше, и как говорил руководитель гонок, что к нам приезжают не только приморские автомобили в распоздальне, но и хабаровские автомашины. Дальше посмотри. Да. Вот такие машины тоже сейчас будут ехать по нашему озеру Силикатному. Вообще интересные, конечно, соревнования проходят. Все участвуют на личных автомобилях. Есть, конечно, кто не торопится, есть, кто немножко прижимает. Ну, в общем, это все равно интересно. Ну вот, покажем опять зрителей. Там вот посмотрите, сколько зрителей находится. Не только зрители, и участники, и там у нас он уже, как говорится, готовится кухня. Готовят обед для участников соревнований. Так что все налажено, все очень даже хорошо сделано. Все спокойно, пока, как говорится, ни ругани, ничего такого нет. Все проходит спокойно. Ну вот ждем вот эти МАК-транспорт. Хочу посмотреть, когда тронется вот этот транспорт здесь. Тут даже сейчас пойдут 4WD. Это, конечно, будет очень интересно. У них, я думаю, скоростя будут еще даже побольше. Гонки продолжаются. Соревнования идут полным ходом. И мы с внуком наблюдаем, нам очень нравится. Вот так вот идет, красиво. Сейчас посмотрим. Так, пошел Лансер. Лансер пошел.
Красотища. Ждем, когда пойдет импреза. О! Приходит Галант шипованный. Ну, это будет пушка сейчас, наверное. Я ничего не понял, вот так, не менял, ну, кроме тормозилки, я в этот раз сейчас тормозилку поставил вперед. 21-й идет на финиш. Сейчас посмотрим. Ой, красавец, как он красиво идет. Итак, Audi 21. Что у нас? 4.42. Ну, неплохой, неплохой результат. Ну, красава. Шипах выходит, ты видишь, сейчас будет более интересно. Вон сейчас древо, они будут лед грызть по-черному. А эти тоже стартовать. Эти не только стартовать, ну вот с Галанту начнется, ну и вообще. Так, все, того вытянули, Королла или что там у нас застряло, идет. Ждем старта Subaru Impreza. Была небольшая заминка на трассе. Задержали гонку. Ну, сейчас будет продолжение. Возвращается руководитель гонки он на Паджерике. Так, вот, смотри, идет. Лансер. Лансер. Ну, красиво проходит. Ну, долго. Долго. Да, наверное. Наверное. Ну, ждем, ждем. Старта Лань. Это Subaru Impreza. Так. Продолжаем смотреть. На старт. Все, готово. Задержался. Задержался, прозевал. Прозевал разрешение. Так, ну и ждем теперь Форика. Все, показался только туман теперь. Ну хорошо пошел, хорошо, там он идет хорошо уже. Детки, уйдите, но правильно говорят, садите. Вон она, Королла-то, видишь, проедет. Возвращается. Ну, у нее задержка, у нее будут минусоваться это самое очки все. Время. Смотрим, 34-й. Ждем разрешения на 34-й. Ой, 8 минут у него, 26 секунд прошел. 27-й. Так, ждем разрешения на 34-й. Так, все. Разрешение пошло на старт. И старт. Ух! Ну, туговато все равно пошел. Туговато. Согласен? Да. Туговато. Ну ладно, все. Вот теперь будет более интересно. Шиповку будем смотреть. Я думаю, что сейчас будет вообще. Так еще и полный привод. Ты видишь? Шиповка. Давно я не ездил на такие соревнования.
Раньше они проводились на Озере Петросянка. Ну, а в этом году проводится силикатно. Даже очень хорошо. Место такое хорошее. Оно как бы в низине находится. Ни ветра, ничего. Погода, посмотрите. Ни одного облачка. Одно солнце светит. Что-то не пускают. Шипованные машины. Ну, подождем. Так, смотрим. Старт шипованных. Пошел. Ну вот он. Здесь, конечно, чувствуется и мощь, и сила. А, ну вон он как сразу заметно идет, какие скоростя. Так, следующий подходит на старт. Опять же, что это сейчас шипованная? Полностью машина шипована на резине. Подходит на Каусури. Ждем разрешения ему на выезд. Ты видал разницу? Ну это вообще, это небо и земля, что там говорить. Он, ну это же видишь, уже подъезжает. Это же видишь, подготовленные машины все равно же. Вот сейчас смотри, смотри. 6 минут стоят. Как стартует, здесь мощь совсем другая, ты понимаешь? Просто идеально. Ну красиво, интересно. Просто, я говорю, наблюдать вообще восхитительно. Заражает напрочь. Первый этап посмотрим, да поедем. Да, 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 да. Сейчас я уже просто поедем. Занес уже. Я согласен, сейчас поедем. Ну, слабовато. Сейчас пошел. Вон Галан, Галан, Галан заходит. Все, он последний. Смотри, Ваня, он заходит. Посмотри, у него время. Ой, ну красавец идет. Ой, красавец. Так, кто у нас со временем? Сейчас посмотрю. 3.27. 3.27. Ну, ой, разница почти чуть ли не минуту. Даже больше. Шипованных, да, даже больше. Вот, давайте зафиксируем время. 15, вообще 15. Отлично, отлично. Ну так, ждем еще эту машину и идем. А, вот эту сейчас посмотрим. Да-да, все. Когда можно, а, это Труэнто у нас, да, старенькая? Да. Так, ну-ка, 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 давай, давай, давай. А, а нет, не надо посмотреть, где он так уже поедет. Спаски. А, Спаски, дождемся, да, дождемся, дождемся. Я уже сказал там, что это наш. Не-не, дождемся, дождемся. О. Так, разрешение все этому дают. Секунды потерял, конечно. О. Калдина. Калдина. Турбовая. Турбовая, но полностью на резине, посмотри. Полностью, но... Да, полноприводная. Так, ну эти, конечно, более интересно смотреть. Смотри, как они идут. Смотри, 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 заходят. Смотри, время. Смотри, смотри, смотри. Ну это вообще. Это вообще просто. 3.29. 3.29. А еще, если считать
то, что он забуксовал на старте при Галантом. Не, ну топил он. Вместо Галанта полного. И у этого турбины нет. Но. Так, 20-й сейчас пойдет у нас, да? 20-й номер, вот, Колдинка. Колдина сейчас пойдет. Она труба, полный привод. Будем надеяться, что хорошо пойдет. Так, стоп, смотрим. Смотрим, Колдина. Ну он полный у него цепляет. Но. Так, ну что, смотрим сладкую машинку нашу. Так, Спас Дальний. 31-я. Михаил. Без ручка. Без ручка. Михаил без ручка. Прочитал. Плоховато английский знаем. 3.45, да? Оранжевый. Так, а те 3. Ну, 3.29. 3.29, да, этот чуть-чуть задержался. В 3 минутах держится. Да, ну в 3. Вот именно, а не в 3 минутах. Ну, шипы. Что значит шипы? Ты понимаешь? Вот Уссури Альянс возвращается. Те из 5 некоторые выйти. Так, сейчас будет разрешение нашему. Навряд ли. Ну сейчас вот, подождем. Черненькие. Так, там меняются водители, наверное. Видишь, готовится. Не уходит с трассы. На Уссури, на Альянсе будет смотри, другой водитель сейчас ехать. Смотри на этом, на Цивике, у них там аж 8 номеров висит. А, они будут меняться, все понятно. Так, 31-й. Пошел нормально, все равно нормально пошел. Смотри, смотри, смотри. Но сейчас покажем внутреннюю подготовку машин, которые стоят тут, машины ждут заездов. Интересно, как раз это стартовать будет любого. Ну будет, наверное, ж нормально. Вот участники стоят, еще ждут, готовятся. Проверяют свой транспорт, конечно. Смотрят. Корола 2, дедушка. Ага. А вот это вот наш Спас Дальний автосервис. Ну, я думаю, она пойдет хорошо. Ты посмотри, у нее шипы какие. Вот тоже, видишь? Ну, вот так вот идет подготовка к соревнованиям. Что там находится у нас? Ну вот здесь он работает, кухня полным ходом для участников соревнования. Готовится, наверное. А, сказали, готовят плов. Так, так. Пойду спрошу, что сегодня на обед будет все-таки. Хочется уточнить. Можно узнать, что готовят на обед? Плов. Это очень хорошо. Кухня работает полным ходом. Сейчас посмотрим, как готовят. Во! Пройдем дальше. Итак, дорогие друзья, мы покидаем наше соревнование. Мы позамерзли довольно-таки хорошо, но мы поснимали, показали вам, что смогли, так что будьте добры. Кому понравилось, подпишитесь на нас. Если кто не подписался, поставьте нам лайк или дизлайк. Ну, мы побывали для вас, для наших зрителей на соревнованиях, поснимали и остались, конечно, сами очень довольны этому событию. Событие очень хорошее для нашего города и также для Приморского края, надеюсь. Такие серьезные, конечно, гонки сделаны. Молодцы. Хочется сказать особенно
спасибо, кто это все организовал и кто участвовал в подготовке этих гонок. Это довольно-таки все непросто и сложно. Всем огромнейшее спасибо. И всем до свидания.